Покровском парке Черкесска провели состязательные мероприятия среди юных велосипедистов столицы нашей республики. Организаторами выступили сотрудники госавтоинспекции. Цель мероприятия – напомнить ребятам правила поведения велосипедиста на дороге. Подробности смотрите в материале Руслана Джукаева. Профилактика и повторение правил никогда не бывает лишним, когда дело касается безопасности дорожного движения. В особенности это относится к юным велосипедистам. Сотрудники госавтоинспекции провели состязательные мероприятия среди детей-велосипедистов в Покровском парке города Черкесска, где на практике показали и рассказали детям, как правильно вести себя на дороге. В основном нарушения такие, что дети, взрослые на пешеходном переходе не сходят с велосипеда, а прямо на велосипеде переезжают проезжую часть по пешеходу. Это категорически делать нельзя. Почему? Потому что водитель может не успеть вовремя среагировать, увидеть вас и остановиться. А также и велосипедист, управляющий транспортным средством, велосипедом, тоже может вовремя не среагировать. Инспекторы напомнили ребятам, что выезжать на дорогу на велосипеде разрешено только с 14 лет, а остальным любителям колесного транспорта рекомендуется кататься в парках и использовать при этом средства защиты от травм. Государственная инспекция по городу Черкесску регулярно проводит вот такие мероприятия. И не только велосипед, и проводятся вот такие зачастую акции в школах и в детсадах. Ходим в школы, в детские сады, проводим занятия, детям доводим, как правильно управлять велосипедом, где ездить можно, где нельзя. Дети с большим интересом приняли участие в мероприятии и отвечали на вопросы, осознавая в столь юном возрасте важность данного события. Что для себя нового ты узнал? Я узнал правила дорожного движения, и мне это мероприятие понравилось. В завершении госавтоинспекторы вручили участникам медали и удостоверения юных велосипедистов, а также светоотражающие элементы и электрические звонки. Руслан Жукаев, Роберт Шигутанов, Вести Карачаево, Черкесия.